утро! Желает вам телеканал СТВ. Напоминаем, что на календаре 20 июля, казалось бы, середина лета, но впереди, друзья, у нас осень, которая традиционно начинается с 1 сентября, первого учебного дня в году. У школьников еще больше месяца будут длиться беззаботные каникулы, а вот их родители уже вовсю озадачены, или, во всяком случае, должны быть озадачены вопросом, где, за что, почем и как собрать своих детей в школу. Вам в помощь школьные базары, которые уже повсеместно открываются в Беларуси, и наша гостья, которая знает об этом все и даже больше. Итак, встречайте в студии «Хорошего настроения» начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вдвойне приятно делиться новостями за чашкой ароматного чая со сладостями. Бисквитные сладости от «Витьбы» — это неисчерпаемый источник хорошего настроения. «Витьба» — наполняем жизнь вкусом. Нина Алексеевна, очень рада вас видеть всегда в нашей программе. Спасибо. Давайте по школьным базарам. В Минске какое количество их будет открыто? В Минске открыто уже 25 школьных базаров. Это отдельные торговые, либо торговые объекты на улицах, где представлен почти весь ассортимент школьных товаров, то, что необходимо школьнику. Либо в магазинах выделяются отдельные секции, чтобы родителям было удобно собрать своих детей в школу. А давайте поговорим о ценах. Сколько будет стоить собрать ребенка, допустим, в первый класс? И в последний. Для детей младших классов цены немного ниже. И собрать школьника младших классов в школу будет стоить от 175 до 735 рублей. Для старшеклассников сумма чуть выше, это 230 до 870 рублей на ребенка. Хорошо, а что входит в обязательный список школьного приданного, назовем это так? Да, правильно называете школьное приданное. Обязательно это костюм, либо юбка, или брюки, там, пиджак платье. Для девочки, платье, да, сарафан. Для мальчиков брюки, пиджак. Это обувь, это спортивный костюм, ботинки спортивные, а также бумажно-беловые, школьно-письменные, канцелярские товары. Рюкзак. Чем отличается новая форма? Возможно, были какие-то виды изменения в этом году? Ну, уже несколько лет назад были введены в наши отечественные костюмы, в наших отечественных пиджаках кармашки, внутри карманы для мобильных телефонов, которые экранизируют это излучение мобильных телефонов, то, чтобы детям не было дискомфортно и как бы не влияло на здоровье. Здорово. Более того, теперь на подкладках в некоторых пиджаках таблицы умножения размещаются и геометрические формулы. Это уже можно. Да, это уже можно. Да. Также есть теперь и пиджаки с термометрами. То есть родители даже могут отследить по показаниям термометра, шел ребенок из школы в расстегнутом виде, застегнутом, да, и провести воспитательную работу. То есть вопроса уже такого не будет, там, ты шапку надевал, не надевал, сразу под затыльник, потому что маме уже все известно. Да. Ну, а также новые модели, новые ткани используются, различной цветовой гаммы. То есть более 230 моделей одежды для детей школьного возраста. Значит, первоклассник наносит меньший удар по семейному бюджету, чем старшеклассник. Но, тем не менее, есть ли какие-то скидки социальные предусмотрены? Во всех универмагах города для многодетных семей действует скидка 10% на все товары. Это по спискам, которые предоставляет Комитет по труду, занятости и соцзащиты. Закрепленная многодетная семья. Но почти каждую неделю во всех крупных универмагах проходят дни скидок единые, где 20%, 22% предусмотрена скидка. И в эти дни очень выгодно родителям одеть школьников. То есть пятая часть суммы
предполагаемые затрачены, экономятся. Да. Здорово. Но не всегда родители заблаговременно все покупают для своих школьников. Обычно это происходит в самый последний момент. Скажите... Потому что дети растут постоянно. Эти дети, на них же никакой одежды не напасешься. Так что все правильно делают. Но готовы ли школьные базары к такому наплыву детей и родителей именно в последние дни августа? Ну, готова наша торговля обслужить большое количество покупателей. Но в помощь стационарным объектам торговли 20 августа на площадке возле Дворца спорта будет ярмарка общегородская «Пора в школу». Два дня для того, чтобы в один день в субботу пришел, что-нибудь насмотрел, померил, подумал, в воскресенье вернулся, купил. Здесь у кого как со свободным временем. Будут участвовать все наши крупные универмаги, отечественные производители. Отечественные производители также обещают большие скидки на товары. А с 26 по 29 августа во Дворце спорта будет две международные специализированные ярмарки, тоже посвященные сборам детей в школу. Вот, поэтому и в стационарной сети, и вот на таких ярмарках можно будет приобрести все. Да еще со скидками. Вы пришли к нам не с пустыми руками, а окунули нас вот в школьные годы, атмосфера. Я на все это смотрю. Скажите, а есть ли какая-то вещь, вот, которая продается на школьных базах, который является вот главным хитом продаж и вот чего, что всегда разбирают и чего всегда не хватает? Нет, времена дефицитов у нас пропали. Уже прошли, да, сейчас предложение превышает спрос, поэтому можно купить все, что угодно, на любой кошелек, на любой вкус. Очень здорово. Я вижу, что, конечно, много всего изменилось с тех пор, когда я был в школе. Не знаю, Саш, видишь ли ты эти изменения. Но вот что-то подобное, такие пеналы, помню даже я. Это очень здорово. Спасибо огромное. Напомнили. Да, напомнили нам о школьных годах. А мы напоминаем вам, дорогие друзья, что совсем скоро 1 сентября. Не откладывайте покупки на последний день. Ну, а у нас сладкие подарки для нашей гости от партнера нашей программы. Начинайте утро вкусно с бисквитными сладостями от кондитерской фабрики «Витьба». Спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях у нас была начальник управления торговли и услуг Мингорсполкома Нина Емельянова. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. А пока вы будете смотреть наш очередной клип, мы проведем нашу гостью и вновь вернемся в студию хорошего настроения.